Я-то вам и как раз-то и советую играть настырно и все время лезть вперед. Если сзади есть нормальные тиммейты, которые могут вас прикрыть и помочь кого-то там убить или отвлечь, то вы будете побеждать. Если, например, 1-2 человека лезет вперед в атаку за Сталина, да, за Ленина, за Путина, а остальные будут отсиживаться на базе, то, блин, какой бы ты ни был бы пряморукий, ты все равно проиграешь. Я-то на плазме, я-то его быстро схерачу. Главное добраться-то до него успеть. Вот видите, епический пиздец. Вот куда я лезу, нахуй надо? Куда я лезу, дебил? Вот потерял робота, Представляете, дебил взял, потерял робота. Пфф, лошара. Вот. Ну, понятно, что Димит будет вообще там проседать по домашке. Два таких хороших игрока будут играть у него в команде. Вот. Димит, ты ушки закрой, не слушай. Меня зарезала дочка. Всем привет, с вами братуха. Да здравствует игровар робот. Слева Паттона, Фидах, Ланселот и Фура, Гриффин. Гриффин, два Грифона. В общем, рандом сегодня. Сразу хочу сказать, что в этом видеоролике будут появляться скриншоты. Скриншоты и хорошие, и негативные комментарии. Комментарии на Ютубе от вас. Вы попадаете сюда на видос, ваш комментарий попадает сюда. Вы можете посмотреть на себя, порадоваться и сказать братухе спасибо и поставить мне лайк. Можете лайк не поставить, можете поставить дизлайк. Мне, в принципе, все равно. Но, как сказали одни умные люди, что чем больше лайков, тем больше комментариев, то видюхи идут выше в тренды, типа там Power Robots, например, и братухи будет много зрителей. Ну и у вас много друзей. Пока по общему другу братуха. Ну, это тоже хорошо. Фу, ну, уже сложилась такая вот компания нас, поклонников братухи, да не только поклонников, а именно вот по схожести мозговых деятельностей. Короче, по общим убеждениям. Вот. Клуб по общим убеждениям. КВН, да, клуб веселых находчивых, братуха. Дело в том, что вчера выложил видосик с парнем Никитой. Вот, Никита Шурыгин, или... Так, всем доброго времени суток, всем привет. Не Шурыгин по Никита, а был какой-то такой... Привет, приветствуем. Приветствуем на канале War Robots. Есть у игрока сборной России. Прикольно. Ну ладно, отправляем. В общем, вот такие вот сообщения можно писать благодаря ни хрен пойми какой функции. Пошли в бой. Классная заставочка. Вот, и вчера поиграл с нами Никита. Вот, он... Парень такой лезет вперед, молодец. Ну, прям как я в молодости, короче. Я вот сегодня прочитал комментарии, пишут всякие там негативные и положительные комментарии. Но в основном пишут, что вот братуха, ему топовый ангар, да, и он тебя разорвет. Блин, ребят, я не спорю. Я же не идеальный игрок. Вы что, совсем что ли? Но с этим парнем будет интересно поиграть. Он очень живой парень. Вот, с ним было бы интересно против него поиграть. Ну, не знаю, может, я против таких и играю постоянно. Но, опять же, вчера вы делаете вывод по трем боям. И я тоже делаю вывод по трем боям, что парень хороший. Хорошо играет, лезет вперед, молодец, настырно. Я-то вам и как раз-то и советую играть настырно и все время лезть вперед. Если сзади есть нормальные тиммейты, которые могут вас прикрыть и помочь кого-то там убить или отвлечь, то вы будете побеждать. Если, например, 1-2 человека лезет вперед в атаку за Сталина, да, за Ленина, за Путина, а остальные будут отсиживаться на базе, то, блин, какой бы ты ни был бы пряморукий, ты все равно проиграешь. И вот, не знаю, мы играли вчера нормально, мы рвали противника, нормально играли. Че, мне кажется, нормально. Вот. Я думаю, даже если поиграть во взводе с ним, то, может, и миллиончик бы ему запросто набили. Ну, вот видите, сейчас я слил робота абсолютно безумно. Абсолютно. Бездумно просто залез и слил робота. Знаете почему? Потому что у меня еще есть 4 робота. И маяк уже наш. Зашибись. Хрен в нос, ребят, хрен в нос. Никто не пошел страховать маяк, абсолютно никто. Нафиг надо. Вот они вчетвером лезут, а мы... да, а мы что-то как-то... Так, там парень на зевсах. Ну, зашибись, вообще еще веселее стало. Пиздец. Еще веселее стало. Зашибись, парень на зевсах. Ну вот как его вышпилить? Даже не знаю, кого его шпилить, блядь. Но парень на зевсах явно надо выпиливать. А как? Ё-моё, блядь. Я-то на плазме, я-то его быстро схерачу. Главное добраться-то до него успеть. Вот видите, епический пиздец. Вот куда я лезу, нахуй надо? Куда я лезу, дебил? Вот потерял робота, Представляете, дебил взял, потерял робота. Пф, лошара. Два робота потерял. Вот такая вот жопа, понимаете? Бой на бой не приходятся. И те люди, которые в разных группах ВКонтакте бьют себя пяткой в грудь, что, что я пиздатый игрок, я тебя порву. Ребят, тоже может облажаться. И то, что скидывают охуенные скриншоты, что смотрите, какой я крутой парень, тоже один бой из 100. Заскринил и радуется. Вот как бы пошли, да? Ну а что толку? Тут дальнобойщик. Надо было мне, наверное, все-таки брать действительно фуру. Тут, видите, надо было фуру брать. Ну, я ему сейчас буду щит маюкать.
А его, может, каким-нибудь сплэшем там будут забирать. Ну вот, я сейчас огребаю. Ну этого Зевса надо вышпиливать. Ребят, вы чё? Ну вот, я потерял еще одного робота. Зато мы наконец-то мы вышпилили этого Карнача. Ну что я еще хочу сказать. Сегодня рандомный ролик, сегодня поиграю я с вами, один. А вот этого парня Никиту мы с Димитом там как-то обсудим, что-то вместе договоримся, если получится. Если Никита захочет, мы можем и стримчик втроем замутить. Вот. Ну, понятно, что Димит будет вообще там проседать по домашке. Два таких хороших игрока будут играть у него в команде. Вот. Димит, ты ушки закрой, не слушай. Ну, вот маячок-то наш, теперь надо просто вот теперь реально помогать парню на центре, который улетел. Но бывает, братуха же тоже улетает. Ну, теперь нужна помощь. Теперь нужна просто помощь. Парень хотел из-под низа меня достать. Так, одного мы отправили. Ванус. Блиц понял, наверное, что тут не стоит. О-о-о-о. Блиц ушел. Паук. Это плохо. Паук встает в позу. Будем разбивать ему щит. Но хотя моих афид не хватит разбить ему щит. Мне нужна помощь. Пока мои афиды перекадешиваются, у него щит регенится, ребят. Очень хороший щит у него. Нужна помощь мне извне. В принципе, так тоже неплохо, но я не хочу патрона сливать. Ну, дурачок. Что могу сказать, дурачок? Так, теперь это у нас Фьюджин, я так понимаю, на дробашах. Это печально, ребят, сливайте его, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Отлично. Так, следующий, кто у нас там? Тоже Фьюджин на дробашах. Ребят, сливаем. Ребята, дружно! Блять, вот не видишь, что меня выпиливает он? Блять, заебись, заебись, молодцы, сыграли. Классно, один рейджин с другим рейджином выпилили меня. Ну да, печально. Очень печально. Ну такая карта, специфическая карта. Такая вот карта специфическая, игроки у нас классные. Все ребята, кто хочет сыграть со мной в обзоре, если я для вас не авторитет, то не играйте, если авторитет, то играйте. Бред, да? Кто хочет сыграть со мной в обзоре, пишите в личку, связывайтесь со мной, и будет вам счастье. Вот я помог тому парню, Лео. Вот, это хорошо. Теперь просто надо выпиливать центр, нахуй. Дамаг проходит, но как-то странно проходит. Это Лео, ёпты, вот что дамаг проходит. Это жирная сволочь. Самый толстый робот. Я выбрал сейчас не Лео, а выбрал другого робота, ребят. Ну, не, это вообще. Бывают и такие бои, что ни один молодой талант не поможет. Ну, ты, Паттон, тоже недолго поиграл на своих афидах. Хотя, может, и долго. Ну вот, мы и проиграли. 9 минут поиграли и заработали проигрыш. Вот сейчас упадет сверху грифон. Хоп. Вот, и нам скажут поражение. Да, поражение. Обидное поражение. Обидно. 570 тысяч дамага. Ни о чем. Но бой был такой. Бой был такой. Никто не заработал. О, у нас в команде 3 человека внизу. Да, понятно. 400 дамага вот у них. 400 дамага. Нас расстреливали нахер. Нас просто расстреливали. Судя по домашке, что противники здесь набрали, нас тут расстреляли. Ну, ничего страшного, мы идем дальше вперед. Что у нас там за скидочки? Ну, все те же самые скидочки, что обсуждать. Всё, я уже про них уже говорил, рассказывал. Свою точку зрения. Карта Луна. Карта Луна. Сейчас я собираюсь телепортироваться к противнику и посмотреть, на чем первичный состав выйдет. Так, это у нас Рина. На тридентах. О, возьмем плазму. Прыжок. Опа. Классно, у нас три Ланселота играет за меня. Я не знаю, в какую лигу меня бросает, но я в золотой лиге вроде в какой-то нахожусь. Но противники, я смотрю, иногда попадаются какие-то вот такие вот. Или, например, там големы. В общем, противники попадаются разные.
Блядь, не допрыгнул. Ну ёбнешь маковку. Не допрыгнул. Такое тоже бывает? Бедный Корнеч страдает. Нет, спрятался Корнеч. Сучка Корнеч. Маленько спрячемся в сторонку, отойдем, две пухи осталось. Нормально, стоим, держим. Да, заебись. Так, давайте еще одного грифона возьмем. Так, на левом фланге. На левом фланге, думаю, все нормально будет. Надо на правом фланге помочь. О, короче, я пока буду помогать. А, нет, тут есть парень один. Правда, не на тех пушках, что хотелось бы. И сдох нахуй. Извините, я все кнопки нажимаю, блядь. Когда такая вот нужно сосредоточиться и принять какое-то такое вот движение. Ё-моё, блядь. Как жутко повезло. Я сжимаю телефон покрепче, а кнопки звука находятся внизу, а не вверху, как обычно. Вот, и получается, что безымянный палец правой руки нажимает на кнопку. Нормально, все, теперь мне надо не высовываться, слишком я много огреб. Надо спрятаться от Афит и перекадешиться. Возможно, даже и придется как-то прыгнуть. Когда парень пройдет 200 метров. Нет, придется сразу прыгать. Он уходит от меня. Слили. Отлично. Так, падаем назад. Опять надо падать назад, чувствую. Вдруг там Афиды. Упали назад. Я уже заметил, что там. Там тулумбаса. Прыгает. Прыгает, отлично. Внесли ему маленько дамажечки. И опять идем к маячку. Жаль, нога сломана. Жаль. Сломана, но мы выигрываем. Это хорошо, это пиздато. Ну, у него, блядь, на опережение играл, да. Заебись. Но победили. Тулумбаса у него. Но у меня не было прыжка, чтобы назад отпрыгнуть. Я думал, как раз начну на опережение стрелять и... Но там 3 секунды вроде оставалось. На опережение. То есть отпрыгнуть. Высунулись форсунки. Бам. 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 Мы победили. Ну, в принципе, блин, нормально поиграли. Чем? 459 тысяч дамага. Вот такой бой, чтобы не лезть вперед. Защищаешь маячок. Вот. И вот так играешь. Нормальный результат. Еще один боек. Карта, говорят, какая-то новая карта. А мне таки кажется, что это луна была. Так, здесь грифона возьмем на плазме. За нас играет Паныч на Наташке. И вроде русских никого. А, вот разрушитель нах. Тоже на Наташке, ну заебись. Я уже что-то чувствую. Я уже что-то почувствовал. Юга Гагарин, Юра Гагарин. Из клана Fly. А там потом на Афида, да, я так понимаю. И Корсар. Блять, Корсар, вот 500 метров, и все, надо поплюхать. Ё-моё, что это мне так повезло? Что мне так все везет? Паттон, на чем? Спирали. Да не, в принципе, он нормально домашка мне дал. Крыса, разберись. Я заодно таранчики перекадешил. По левому флангу мы проебываем. Чего, господи, крыса не может завалить. О, господи, все яйца вы. Крысу завалили, ну охренеть. Упал на спину грифон. Юра Гагарин. Так, не будем высовываться. О, на дробашах. Взял парня, я... Нет, не того парня я взял. Вот этого надо было брать в автоприцел. Не того парня я взял, а... К сожалению, опа, в автоприцел ошибся. Что-то подлагивает. Странно, вроде. Димит голосовое сообщение.
На 2 часа мне прислал. Да ёб маковку, блядь. Что такое? В автоприцел не мог взять. Вроде он ближе находится. Прямо парень испугался. Ёб маковку. Да, хорошо. Так, опять идем. Дубль 2, маячок забирать. Да, что-то с командой повезло прям. Что-то разрушитель нах, нихуя не разрушает. Блядь, зря я упал. У крысы сейчас инвиз кончится. Со щитом, еку. Какая-то дурная крыса. Надо сливать его аккуратно. А этого мы парня тоже будем сливать. И паучка. Ооо, как классно все просливались. Чё, за маячками-то бегаем, нет? Центральный маячок-то никому не нужен? О, Лео. Я лучше влево валю. И маяк заберу. Но я, честно говоря, думал, что сдохну. Надо прыгать. Не-не-не, не надо. Передумал. Опять пальчик нажался. И пока звук выключал, слился. Ну чё, вроде нагибаем. Вроде плоды по уничтожению созрели. Созрели, и получается, что парни уничтожились, и больше воевать некому. И тут уже идем спокойно захватывать маячки. Юра Гагарин остается последний. Ну, чё, нормально. Паныч. На Наташке Паныч, походу, так и отстоял весь бой. Бывает. Ну, все, победа, чё. Хотя, может воскреснуть, может мне повезет. Во! Бо, без ничего, ребят. Без одной пушки, бо. Повезло. И тебе говорит, может повезет. Повезло. Победа. Еще одна, брат, победа. А у них, видите, тоже никто не воевал. Вот у них вообще никто не воевал. У нас воевали, у них не воевал. В предыдущем бою у нас не воевали, они воевали. В общем, бой на бета не приходится, ребята. Ай-яй-яй. Ну, в общем, вот такие вот бои у братухи проходят. Вот такие бои у братухи проходят. Вот что хочу еще сказать. Не надо делать меня профессионалом в игре Варобос, ребят. Не надо. То, что я своими мыслями делюсь и что-то там какие-то поправочки кому-то что-то могу сделать, и чего-то какое-то свое что-то сказать, я там делаю так-то, например, там играю, не стоит туда сливаться. Но я же и сам, блин, лезу вперед и сливаю робота просто из-за ничего сливаю робота. На других игроков ругаюсь, сам на себя не ругаюсь, хотя и на себя ругаюсь тоже. Но это же игра, тут, понимаете, ну нельзя просто, ну скучно постоянно одно и то же играть, кемперить там, блин, за спиной товарища прятаться, но это как-то, ну не весело нифига. Ну, блин, ты, Максим, прям неудачно пришел, я уже заканчиваю. Вот. Каждый бой отдельный. Не похож друг на дружку. И... В общем, оставляйте комментарии там всякие разные, вот. Хотите там, например, видосик по этим виртуальной реальности Варобоц, чтоб я заснял, пишите в комментариях. Вот, я свое мнение прочитаю их там и свое мнение скажу. Если не надо, то не надо. Вот, пишите, что не надо, все понятно. В общем, это не топовый ангар, к сожалению, но очень хочется топовый ангар. И Паттона бы хотелось заменить, не камильфон сейчас. Вот, и фуру хотелось бы заменить. Поставил бы вот сюда бы Ланселота. Сюда бы поставил бы... не знаю, чего поставил бы. Может, Грифона на пинатах и тулумбасах поставил бы. На пинах и тулумбасах. Сюда бы Гриффина... То есть сюда Гриффина на пинах тулумбасах, сюда Гриффина на арканах, сюда на плазме. Но это все бы хотелось бы, но, к сожалению, нет столько времени и голды, чтобы это все прокачать и ускорить. В общем... Ставьте лавки, дизлавки, подписывайтесь на каналчик. Опять ребята опоздали. Шальной взвод на сегодня отменяется. Пока-пока, с вами был Братуха.